Сегодня 25 апреля 2021 года. Вот я решил сделать эксперимент. Взял такую чашку, в нее насыпал внизу рваной бумаги, ну, картона от упаковки яичной, и немножко размолотил скорлупы яичной и тоже насыпал вниз. И беру вот лук, купил в магазине такой мелкий. Здесь вот землю насыпаю, сейчас еще подсыплю земли и сверху буду эти луковинки втыкать, луковички. Вот навтыкал я так головок. Сейчас полью все хорошенечко. Ну и буду дальше смотреть каждый день, как оно все у меня растет. Не знаю, что из этого получится. Это, конечно, просто эксперимент. И вот здесь вот сегодня я перец посадил. Вот два зеленых, два красных и один желтый. На ночь, конечно, буду закрывать, потому что еще ночью очень холодно, перец любит тепло. Ну и вот с этого дня будем потихоньку контролировать, как что будет расти. Вот присыпала чуть-чуть землей. Сейчас полью теплой водичкой, она, земля немножко уйдет, головки будут торчать, но все, я думаю, что достаточно. А там по ходу будет видно, поливать, когда будет подсыхать, будем поливать. Вот вода вся уже туда просочилась. Ну, будем ждать результата. Сегодня 4 мая. Лук вот такой вот уже в этой емкости растет потихоньку. Будем дальше следить, как он будет у нас подрастать. Вот сегодня посадил лук, посыпал сверху скорлупой. Будем тоже смотреть, как он будет расти. За всем надо наблюдать. Земля обыкновенная, в магазине покупали. Заполнил, полил водой. Наставил головок, подсыпал земли и сверху насыпал скорлупы. Идем дальше. Помидорчик тоже нормальный, растет, все. Принялся, ну холодновато ему, конечно. Ветер сегодня еще такой. Но ничего, будем дальше наблюдать. Вот еще сегодня в перец подсадил лучка. Перец с луком вроде почитал. Должен расти вместе хорошо, они подходят друг к другу, как культуры, перец и лук. На урожайность это не влияет и не мешает. Ну, до следующего раза. Забыл капусту еще показать, рассаду. Вот она такая уже подросла, тоже заметно. Вот такая вот она. Редиска тоже растет. Укропчик, это все на улице. 4 мая. Ну, конечно, медленно, но быстрее не надо, потому что еще это не так тепло. На ночь я все закрываю. Вот тоже редиска сегодня уже немножко дергали, кушали, пробовали. Мелкая еще, но ничего. И вот редисочка. Там заглянуть где. Вон там ее видно уже. Вот в ящиках, все можно выращивать в ящиках. Классно, лук вот такой вот, большой уже. Будем наблюдать дальше. До следующего раза, в следующий раз, может, через несколько дней опять что-нибудь покажу. Сегодня 7 мая. Вот посадил капусточку, может, конечно, рановато, но все познается в эксперименте. Вот так вот все растет. Тень моя здесь, ну ладно, ничего. Перчик наш. Да, кстати, надо это все, капусточку, все это накрыть, чтобы ей было тепло в этой рассаде. Так, одна. Вторая. Ну, а на эту поставим кувшинчик такой. Вот так вот все растет. Остальное тоже все растет нормально. Как видите, цветочки
Лучок тоже посадил на днях, не знаю, показывал или не показывал. Но уже пробивается. Ну, это я вчера сделал. Вчера или позавчера. Вот здесь вот такой укроп уже, видите? Все растет прекрасно. Редисочка. Появилась. Свекла вся стоит. Все хорошо. Вот еще рассада капусты. Эта редиска тоже уже. О, можно заглянуть. Смотрите, какая уже большенькая вон. Все, уже можно потихоньку кушать. Скоро будет. Через пару дней, наверное. Я думаю. Вон. О, красота. И здесь тоже редиска. Это длинная. А это маленькая, кругленькая. Вот, все растет. Лучок потихоньку выдергиваю. Вот. Сейчас свекла здесь тоже на рассаду. Для детишек наших. Этот лучок тоже растет. По-моему, 26 числа я его садил. Ну, вот такой буду все снимать, все буду показывать по срокам. И потом посмотрим, что у нас из этого получится. Я даже, наверное, сейчас это видео выставлю, а потом будем смотреть в следующий раз, что у нас получилось. Через, может, дня 3-4.